Thank you.
Уважаемые друзья, добрый день. Я рада приветствовать вас. Напомню, как меня зовут. Меня зовут Екатерина Головкова. Я официальный представитель Роспотребнадзора и курирую информационную часть проекта «Укрепление общественного здоровья», все то, что мы проще называем «здоровое питание». Вы знаете, мы с вами встречаемся сегодня после большого и очень знаменательного дня, который отмечался вчера. Это День матери. И в честь данного, отдавая долг перед таким прекрасным днем и важным событием, знаете, мы решили сегодня в прямом эфире переговорить с прекрасным женским доктором, для чего приехали в ведущий медицинский эндокринологический центр нашей страны, Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава России. И откуда мы, как я уже сказала, с удовольствием ответим на ваши вопросы, которые вы присылали нам в течение достаточно продолжительного времени на наши социальные сети, в наши социальные сети проекта «Здоровое питание». А встречаемся мы сегодня с акушером-гинекологом, эндокринологом, ведущим научным сотрудником отделения эндокринной гинекологии Екатериной Викторовной Шереметьевой. Здравствуйте, Екатерина Викторовна. Добрый день, Екатерина, и добрый день, наши дорогие слушатели и зрители. Екатерина Викторовна, вы знаете, мы, конечно, разбираем в рамках проекта «Здоровое питание» абсолютно разные темы, но тема женского здоровья и интерес к ней, безусловно, и высоки, и очень значимы. Потому что, с одной стороны, и мы с вами это вот буквально за минуту до нашего эфира обсуждали, с одной стороны, наши исследования показывают, что в большей степени в группе риска по ожирению и лишнему весу, к сожалению, у нас сегодня дети и мужчины. Женщины чуть меньше, видимо, потому что большое внимание уделяют своему, то, что я называю, внешнему виду. И вот эта вот женская история про, ну, такой простонародным языком я скажу, про худеть и молодеть, она в большей степени актуальна для женщин, чем для мужчины. Но при этом женщина – это мама, женщина – это мать семейства. То есть она мама вообще в таком вот... Ну, в кардинальном значении и для своего ребенка, и для своей семьи, да, то есть и с точки зрения вообще вот отношения к миру. И поэтому у нас, конечно, огромное количество вопросов, которые приходят от пользователей нашего портала здоровоепитание.рф и наших соцсетей проекта, эти вопросы обусловлены именно женской темой, женской принадлежностью. И в первую очередь, конечно, это не просто репродуктивная функция женщины стать матерью, но как девочку воспитать с правильными акцентами, как ее научить внимательно относиться к своему здоровью, как женщине готовиться к беременности, как эту беременность правильно пройти, как выйти из нее правильно, как сохранить свое здоровье, как войти в менопаузу. В общем, получается такой весь цикл женской жизни у нас присутствует в тех вопросах, которые нам присылают. И если позволите, чтобы не отнимать время у вас, в первую очередь, вы действующий доктор, и после нашего эфира вы пойдете на прием к своим пациентам, но при этом, да, то есть максимально попробовать подробно, может быть, в первый раз у нас не получится, да, то есть осветить все вопросы, но ответить на ключевые вопросы зрителей, я тогда, с вашего позволения, перейду к вопросам и по ходу, да, то есть буду задавать какие-то свои уточняющие вопросы. Чтобы было понятно, у нас есть вопросы, которые на данный момент я распечатала, выделив ключевые, но также есть вопросы, которые приходят мне в онлайне, я буду смотреть и в распечатанные бумажки, и в телефон, с тем, чтобы, соответственно, попытаться удовлетворить любопытство наших пользователей. Конечно. Начинаем тогда. Конечно. Да? Так, как часто и в каких случаях представительницам прекрасного пола нужно обращаться к врачу-эндокринологу? Как с возрастом меняется периодичность обязательного обследования гормональной системы?
Очень интересный вопрос. Порой наши пациенты, люди, которые женщины, да, в том числе, приходят к нам на прием, уже приходят с какими-то распечатками, обследованием, которые они провели. Но на самом деле, дорогие наши, не нужно спешить с какими-то обследованиями. Придите сначала к акушеру-гинекологу. Например, если вас беспокоит нарушение ритма менструации, или у вас болезненная менструация, или у вас какая-то выраженная отечность, которую ранее вы не наблюдали, либо откуда-то на фоне неизмененного питания, неизмененного образа жизни вы стали замечать, что вы стали прибавлять массу тела. И тогда акушер-гинеколог, которого мы с вами должны посещать ежегодно, обратив внимание на ту или иную проблему, возможно, и направит вас к врачу-эндокринологу. И либо вы пройдете обследование с акушер-гинекологом, либо вы пройдете обследование уже у профильного специалиста-эндокринолога, потому что, по сути дела, эндокринолог не входит в рамки нашей с вами диспансеризации. А вот поход к гинекологу, проведение ультразвукового исследования, проведение цитологического исследования шейки матки, в некоторых ситуациях обследование молочной железы являются для жительниц прекрасного пола нашей планеты обязательным. Поэтому, что касается периодичности, то здесь мы с вами будем решать все индивидуально, в зависимости от той проблемы, гинекологической ли, эндокринологической ли, с которой вы к нам обращаетесь. Поэтому еще раз призываю вас не спешить с обследованиями, а сначала прийти к нам, мы с вами выясним, какие у нас задачи, цели, чего мы хотим добиться, а потом мы уже с вами сформируем те обследования, которые будут нам необходимы. Екатерина Викторовна, спасибо большое. Все очень четко, но тем не менее, да, многие перед тем, как пойти к врачу, гинекологу, эндокринологу или просто гинекологу, пытаются на бытовом уровне определить, с ними вообще что-то происходит или нет. Часто у женщины может не быть времени, или врач вне зоны доступа, я имею в виду по расстоянию, у нас Россия вся разная, да, или сложно совместить свой график и график приема врача. Вот какими могут быть причины гормонального сбоя и как определить на бытовом уровне его признаки? Когда бить тревогу? Бьем тревогу в первую очередь с точки зрения гинекологии, если мы говорим, например, о девушке, о женщине, о молодой прекрасной женщине репродуктивного молодого возраста, то это, конечно же, нарушение менструального цикла. Менструации могут начать приходить с задержками, а могут приходить слишком часто. Некоторые пациенты приходят и говорят, менструации приходят два раза в месяц. Либо они начались и не заканчиваются, то есть это какие-то бесконтрольные и длительные выделения. И вот здесь мы действительно должны бить тревогу, потому что это может быть одним из симптомов гормонального сбоя, когда называют его наши пациенты. Напомню вам, дорогие наши слушатели и зрители, что нормальным менструальный цикл считается от 24 до 38 дней. Если, например, вы перелетели в какую-то страну, либо в какой-то город с более жарким климатом, либо с более холодным климатом, либо это молодые девушки, которые сдают экзамены, либо у них какой-то ответственный период в жизни, они поступают на новое место работы. Безусловно, однократное изменение менструального цикла, наверное, не стоит в связи с ним паниковать. Но если это 2, 3, 4 месяца, и проблема усугубляется, не нужно ждать полгода или год. Придите к нам, мы выясним, в чем причина, и примем с вами решение. Также, например, вы прибавили массу тела. Цикл менструальный может сместиться. Он имеет право как прийти раньше положенного срока, так и прийти позже положенного срока. И это тоже одна из причин, которые мы с вами должны будем вместе обсудить. Потому что нарушения менструального цикла могут быть вплоть до аменореи, вплоть до отсутствия менструации. А это уже большая глобальная проблема для той пациентки, которая находится в молодом возрасте и в будущем рано или поздно начнет планировать беременность. Поэтому здесь я хотела бы подчеркнуть очень важный момент. Порой наши пациенты приходят к нам и даже не обращают внимания на регулярность менструации. Они могут рассказать нам про все, что угодно. Про патологические выделения из половых путей, про болезненность молочной железы и так далее. Это все важно. Но порой они не планируют беременность и считают, что регулярность менструального цикла тогда не нужна. Но она нужна, потому что менструальный цикл в течение репродуктивного периода – это залог будущей репродукции, хороший, правильный и безопасный.
И как считают наши психологи, психотерапевты, это еще и залог психологического здоровья. Потому что вот эти гормональные сбои, вот эти гормональные нарушения и вот эти перепады гормонов, как их называют наши пациенты, они, безусловно, могут отразиться на психологическом здоровье женщины. Это и перепады настроения. То грустно, то смешно, то готова всех убить, то готова всех, наоборот, просто обнять, любить постоянно. Но хорошо, когда это в меру, а когда это уже патологично, логического течения, то, конечно, да, стоит с нами обсудить эту тему. Екатерина Викторовна, знаете, женщина настолько сложно устроена, да, то есть, что это вообще как и ее гормоны, как вы сейчас говорите, да, то есть, как бы это смешно, может быть, не звучало там для, извините, ушей мужчины, да, то есть, вот, но ее гормоны определяют ее благополучие и благополучие всех климат вокруг. В семье. Совершенно верно. Поэтому в связи с этим вопрос, который нам задают. Как часто необходимо исследовать кровь на гормоны и на какие прежде всего? Ну, здесь опять-таки мы начали с вами с того, что в зависимости от той проблемы, с которой наблюдается пациентка, либо та проблема, которая ее беспокоит, зависит и спектр тех обследований гормональных, которые мы ей проведем. На наше, например, настроение, на массу тела, на отечность, да, может влиять как гормоны щитовидной железы, либо в дефиците, либо наоборот в недостатке они могут быть, так и могут влиять гормоны гипофиза, так и могут влиять стероидные половые, женские и мужские гормоны. Поэтому здесь сказать, вот какой конкретно гормон может за что-то отвечать, гормональная наша эндокринная система, она настолько интересна и она настолько сложна, поэтому здесь вот какой-то один гормон, чтобы конкретно за что-то отвечал, наверное, нет. Да? Все зависит от того, что беспокоит нашу пациентку. Ну, то есть правильно все равно в любом случае не заниматься самодиагностикой и самолечением, да. покупать самим какие-то БАДы, где написано, да, то есть что они помогают от всего. Его, да. А просто, да, минимизировать свои временные потери, конечно. И материальные, в том числе, да, конечно. Пойти к врачу, который назначит правильное обследование, конечно. И, соответственно, уже на основании него принимать решение, да, то есть о том, как правильно это поддержать или скорректировать. Совершенно верно. Плюс еще, если это молодая женщина, некоторые показатели, которые она может сдать, зависят от дня менструального цикла. И порой наши пациентки сдают утром натощак, независимо от фазы менструального цикла, множество, да, не буду скрывать, достаточно дорогостоящих обследований, если это не в рамках обязательного медицинского страхования. И порой потом расстраиваются, когда мы начинаем объяснять, что вот этот показатель зависит от такой фазы цикла, а вот этот зависит прямо не столько от фазы, сколько от времени суток, когда его необходимо сдавать. Поэтому сначала мы всех призываем прийти к нам, рассказать, что беспокоит, а дальше мы уже решим, что мы будем сдавать. Ведь чтобы минимизировать ваши затраты по времени, вы же можете прийти к нам в первой половине дня утром, и тогда, придя натощак, пройдя консультацию специалиста, вы можете сразу пройти те необходимые обследования, и тем самым за один день вы решаете сразу несколько задач. Чудесно. Дорогие женщины, не теряйте время. Сразу к врачу за, соответственно, правильным назначением, с тем, чтобы понимать, что с вами, и не занимайтесь самолечением. Екатерина Викторовна, тогда, знаете, с вашего позволения, следующий вопрос, но уже ближе к теме нашего проекта. Опять же, читаю то, что мне пришло, соответственно, в редакцию портала «Здоровое питание». Что делать, вернее так, сначала, как питание может помочь при различных заболеваниях, связанных с гормональным дисбалансом в женском организме? Вообще, возможно ли и существует ли, это я уже спрашиваю от себя, некие суперфуды из продуктов? Пусть хорошо, если это не суперфуд, тогда какой набор продуктов, которые могут поддержать и скорректировать некоторые, какие-то нюансы, которые происходят. Понятно, что это не касается заболеваний, для которых нужны медицинские препараты. Но вот из питания на что правильно обратить внимание и что должно присутствовать в рационе обязательно?
Но вот здесь вопрос очень сложный. На самом деле все зависит от предпочтений нашей пациентки. Если посмотреть на эту ситуацию с медицинской точки зрения, то залогом женского здоровья является то самое пресловутое рациональное сбалансированное питание, которое каждый понимает по-своему, но основа всего – это баланс, это какой-то рациональный состав между животным белком, между углеводами и между правильными жирами. Поэтому здесь, конечно, если это женщина, молодая женщина, которая в какой-то момент решила отказаться от животного белка и сделала это без контроля медицинского работника, то есть не восполняет тем самым необходимость организма в животном белке с помощью растительного белка, конечно, такая пациентка угрожаема по нарушению менструального цикла, по развитию анемии, а анемия – это вплоть до аутических расстройств будущих ее детей. Поэтому здесь для нас важен как и вес мамочки в дефиците будущий, да, так и избыточный вес у молодой женщины. Потому что мы четко знаем, и вот вопрос, который нам задавали зрители, да, и наши слушатели, и посетители вашего портала, безусловно, замечали наверняка за собой или за своими родными, что чем больше вес, тем чаще нарушение менструального цикла. И чем больше индекс массы тела, тем больше шансов у нас уйти в абсолютное отсутствие менструации. Но это же может привести и к аномальным маточным кровотечениям, вплоть до угрозы госпитализации и проведения хирургического вмешательства. Поэтому здесь я бы подчеркнула роль тех микроэлементов, которые нужны для женского организма. Это, безусловно, железо, это, безусловно, витамин D, это, безусловно, фолиевая кислота. Это вот те микроэлементы в совокупности с необходимостью приема йодированной соли, либо калия-йодида, если эта пациентка уже беременна, для того, чтобы все-таки мы минимизировали возможность возникновения вот этих гормональных нарушений, ну, в том числе и в репродуктивном периоде. Хорошо, тогда я, с вашего позволения, сформулирую вопрос так. Вот эта угроза лишнего веса и ожирения, она ведь ведет еще к тому, что у женщины могут быть проблемы с ее желанием забеременеть. Зачатием, да? Зачатием, да, то есть, соответственно, это раз. То есть, поэтому необходимо перед тем, как пара хочет завести ребенка, нормализовать вес. Совершенно это правильно? Верно. Помимо цикла, естественно, цикл имеет отношение к зачатию, да, то есть еще нормализовать вес. Абсолютно. Причем не только будущей маме, но и папе. Потому что мы говорим сейчас о метаболическом импринтинге. Это такое понятие, которое включает в себя то, как, что и за сколько до планируемой беременности делают наша пара. Причем и мальчик, и девочка, да, будущие родители. И вот здесь я хотела бы подчеркнуть, да, и обратить ваше внимание на то, что есть три периода в женском организме, в которые женщина, наверное, испытывает самой природой, да, то есть есть некие моменты по первой менструации, мы называем это менархия, по периоду беременности и периоду менопаузы, когда сама природа за счет своих гормональных особенностей предрасполагает женщину к прибавке массы тела. Поэтому важно на этапе подготовки к беременности, совершенно верно, не только решить вопрос с гинекологическим здоровьем, но и, конечно же, снизить массу тела. Чем выше индекс массы тела, тем меньше у нас шансов на самостоятельное зачатие. Причем избыток веса на момент предгравидарной подготовки, даже если пациентке показано вспомогательные репродуктивные технологии, показано ЭКО, это будет ухудшать прогнозы исходов. Поэтому здесь нам важно решить вопрос с весом, с питанием на этапе еще до беременности, потому что то, что может привести этот вес на момент зачатия, или патологическая прибавка массы тела во время беременности – это катастрофа. Это диабет беременных, это повышение давления, это риск преэклампсии и эклампсии, это риск преждевременных родов, это риск заболеваний нервной системы малыша. То есть это огромный пул заболеваний, который мамочка может еще на этапе подготовки к беременности предупредить у своего ребенка. То есть получается, что женщина, если у нее лишний вес, если у нее ожирение, помимо того, что может иметь проблемы с зачатием, помимо того, что ей будет сложно и тяжело вынашивать ребенка, она еще сама имеет большие, огромные шансы приобрести то, что называется букет заболеваний. Совершенно и верно. Ими же наградить еще своего ребенка. Да. А скажите, пожалуйста, а ожирение передается ли на генетическом уровне? Вот то, что мы называем предрасположенность. Есть люди, которые, да, там из воздуха полнеют, а есть
предрасположенность, это также передается ребенку, если женщина уже полная? Все зависит от причин ее полноты, ее избыточного веса. Если это какая-либо генетическая особенность, реальное носительство каких-либо мутаций, каких-либо генетических заболеваний, которые действительно могут передаться ее будущему потомству, но это все-таки крайне малый процент. Поэтому здесь все-таки основа всего – это то, что кушает эта будущая мама с этим будущим папой на этапе планирования беременности. То есть это банально, если люди полные, но при этом у них нет для этого медицинских показаний, это просто распущенность, то, что называется бытовая распущенность. Это не значит, что мы святые, да, то есть все должны вот просто жить на там вот сбалансированном рационе и никогда в жизни себе ничего не позволить. Но это некая неосознанность и такая вседозволенность. Либо осознанность, но, например, наличие каких-либо психологических моментов, например, хронический стресс, в котором пребывает, ну, та же самая молодая женщина, на работе ли, дома ли, есть понятие стрессовой гиперфагии. Тогда, когда она все головой понимает, она все осознает, и у нее есть периоды просветления, когда она что-либо соблюдает правильно, но в силу вот этих психологических особенностей, ну, по-простому мы называем это заеданием. И вот здесь не назвать это распущенностью, ведь она это осознает, поэтому здесь мы тоже мотивируем наших пациентов с избытком веса приходить нам еще и для чего? Чтобы мы выяснили, не причина ли этого избытка веса нарушение пищевого поведения. И у нас есть волшебные доктора, клинические психологи, психотерапевты, которые очень четко сейчас умеют снимать эту проблему, помогать нашим пациентам и вот этих зависимых от стресс, еда, мой вес, они избавляют. Плюс женщина в предменструальном синдроме. Мы все замечали, что во второй фазе менструального цикла нам хочется чего-то эдакого, а порой совершенно не огурчика и не отварной курочки, а чего-то явно вредного, да, и то, что приведет порой к прибавке массы тела. А это же каждый месяц происходит. То есть это не так, чтобы раз и на полгода, год мы, да, не замечали этого. Совершенно верно. Поэтому здесь это тоже та проблема, которая может вас привести к нам на прием, к акушеру-гинекологу, гинекологу-эндокринологу, либо к эндокринологу. Поэтому здесь, конечно, это очень все важно. Ну, вы знаете, вот вы уже который раз в процессе нашего интервью упоминаете о психологе. И я сейчас там продолжу спрашивать про то, как правильно питаться в разные периоды, но вот раз вы очередной раз упомянули про психолога, знаете, на мой взгляд, это очень важно, и это очень важный врач с точки зрения медицинского такого, ну, если можно сказать, подспорья, да, то есть для женщины, потому что и стрессы, и вопросы, и заедание, все это присутствует в жизни каждого. Но, к сожалению, далеко не у каждого есть возможность пойти к психологу и поговорить, потому что расстройство пищевого поведения и стрессозаедание, мне кажется, это вообще такая самая распространенная форма. Это вы правы, это не леность, это не распущенность, это, безусловно, когда женщина понимает, что так нельзя, но ей настолько сложно, и она настолько в таком вот в жестком состоянии, что ей проще расслабиться вечером, наевшись, и горизонтально после этого, да, то есть... улегшись на диван, да, то есть чем, соответственно, себя еще и в этом ограничивать и дополнительно стрессовать. Конечно. Поэтому скажите, пожалуйста, вот если, ну, к сожалению, не все могут приехать к вам, у нас огромная Россия, существуют ли у вас какие-то, может быть, онлайн-лекции, может быть, на YouTube-платформе, да, то есть какие-то уроки именно психолога, который бы, да, то есть мог бы объяснить и помочь? Если нет, где это можно посмотреть? То есть вот как это устроено, если к вам физически не каждая сможет доехать? Ну вот здесь очень сложный этот вопрос. Это именно те доктора, которые занимаются некими психосоматическими расстройствами, то есть на грани психиатрии и психологии. Тогда, когда еще, например, не нужно принимать каких-то психотропных препаратов, но и не справиться какими-то, возможно, уже разговорами типа когнитивно-поведенческой терапии. К сожалению, вот каких-то таких видеоуроков для пациентов, для вас, наши зрители и наши слушатели, наверное, я не встречала, не буду обманывать. Но у нас
есть консультация нашего психотерапевта, нашего психолога Татьяны Анатольевны, которая первичную консультацию проводит очно, а далее вы можете наблюдаться, например, проживая в другом городе, да даже в другой стране. Поэтому вот это телемедицинское консультирование, но только для, к сожалению, повторных пациентов, вот это возможно на базе нашего национального центра. Если же пациентка не может даже приехать на первичную консультацию, то у нас очень часто, а именно ежегодно, проводятся конгрессы, всероссийские конгрессы с международным участием по репродуктивному здоровью мужчин и женщин. И обязательно есть всегда несколько секций, посвященных психосоматическим расстройствам, стресс-ассоциированным нарушениям менструального цикла и так далее, именно с позиции психотерапевта и психолога. Конечно, многое, возможно, нашим пациентам там будет непонятно, но Татьяна Анатольевна всегда адаптирует, наш специалист всегда пытается адаптировать информацию, и даже пациенту может быть интересны какие-то вещи, которые мы обсуждаем, и, возможно, даже его отношение к приходу на консультацию к тому же самому акушеру-гинекологу или эндокринологу уже будет немножко иным. Проводит ли еще психотерапевты какие-либо свои мероприятия, да, на эту тему именно в общении врач-пациент, вот здесь, конечно, надо просто посмотреть, да, но вот не знаю. Я бы могла, знаете, как вот, да, я же сама задала вопрос, и сама, исходя из этого, из вашего ответа, понимаю, что, конечно, если это вопрос расстройство пищевого поведения и заедания стресса, вы совершенно правы, далеко не всегда, и вернее, я бы так сказала, как правило, да, это вопрос, который не заканчивается просто разговорами. И зачастую, наверное, я так думаю, да, это все-таки медицинские какие-то препараты. Возможно. И просто в онлайне, да, то есть провести прием пациента с назначением препаратов невозможно. Для этого первая консультация, вы правы, совершенно должна быть личная, очная, да, а потом уже в зависимости от диагноза и от, собственно, рекомендаций специалиста, да, то есть назначается лечение. Это может быть как медикаментозное, так и, соответственно, уже разговоры в плане психотерапии, да, то есть если конечно, она необходима, но только после очной первой консультации. Да, встречи лично с доктором, конечно. Не все мы расскажем, сидя перед экраном. Да. Да, не все доктор может увидеть. Ведь положение тела, наша мимика, наши жесты тоже помогают таким докторам собирать о нас информацию. Ведь нам бывает довольно сложно открыться при первичной беседе. Да? Чужой человек сидит, да еще и в халате, и пытается со мной обсудить какие-то сокровенные... Если это телеэкран, конечно. Да, то есть... А так вы сидите в уютном помещении, да, вам комфортно, вы можете попить водички, да, вы можете там открыть окно, подышать воздухом, обсудить с доктором какие-то отвлекающие, да, другие темы, но при этом доктор за вами наблюдает, и это помогает ему собирать информацию. Хорошо, спасибо большое. Я, знаете, как такой немножко шаг в сторону, хочу сказать, что я, например, столкнулась, но, опять же, это Москва, хотя вот то, о чем я сейчас расскажу, есть свой канал в YouTube. Я знаю, у нас вчера был День матери, мы с вами встречаемся по этому поводу и сегодня, да, то есть общаемся в онлайн-режиме. А вчера, собственно, на портале «Здоровое питание» мы опубликовали большое интервью нашего эксперта и амбассадора проекта. И я, ну, вот, надеюсь, я могу себе так сказать, большого друга проекта, да, то есть академика Лейлы Владимировны Адамян, это главный гинеколог Минздрава. И помимо прочего и своей огромной работы, Лейла Владимировна имеет благотворительный фонд, где ведет просветительскую деятельность через благотворительный фонд. И каждое воскресенье у нее встречи с людьми, где она отвечает на огромное количество вопросов, и зачастую время на лекцию остается очень немного. И все эти вопросы касаются репродуктивной медицины, безусловно, да, здоровья женщины, в том числе, как правильно выстраивать свой рацион, как правильно питаться, на что обращать внимание, какие есть стоп-продукты и так далее. И в этом случае, да, то есть, уважаемые наши зрители сегодня, да, то есть эти выступления как раз выложены на платформах в YouTube, да, то есть и на часть вопросов в постоянном режиме можно это все просмотреть, да, то есть и, соответственно, получать свои ответы. Но мы вернемся с вами к вопросам, да, то есть мы закончили с вами про питание, соответственно, на этапе планирования беременности и нормализации веса.
Скажите, пожалуйста, вот женщина беременна. Как она должна питаться? На что она должна обращать внимание? Какие продукты у нее в приоритете? Какие у нее продукты, стоп-продукты? Ведь она уже питается не только для себя, а для за двоих, то, что называется, за себя и за малыша. Поэтому вот как ей правильно выстроить рацион? И что делать вот с этим женским сумасшествием гормональным, да? То есть когда среди ночи зимой ты хочешь дыню, летом там, ну я не знаю, то есть вот эти вот желания совершенно несусветных продуктов в немыслимых сочетаниях, да, то есть и в необъятном количестве. Что делать с этим? Очень интересный вопрос, и много этот вопрос задают наши с вами пациентки. Но здесь какая особенность? Самое главное – не жить во время беременности по принципу «чем больше, тем лучше» ребенок просит. Никаких смс-ок из живота ребенок не пишет нам. Поэтому здесь нужно четко контролировать, что мы кладем себе в рот, да, во время беременности, четко контролировать массу тела, не обижаться на акушера-гинеколога, когда он обращает внимание, что где-то перебор, где-то надо остановиться и где-то нужно, да, возможно, даже при необходимости, и если нет противопоказаний, провести так называемый беременный разгрузочный день. Во время беременности, конечно, мы обращаем на то, как, во-первых, наша пациентка готовилась к беременности. Например, если эта пациентка вегетарианка, та же самая, где прошла предгравидарный период, и вот наступила, собственно, беременность. Конечно, мы озабочены тем, планирует ли она кушать животный белок во время беременности. Некоторые вегетарианки, девушки, наши пациентки очень осознанно подходят, они на этот период прерываются в своих, так скажем, мировоззрениях и возобновляют кушать животный белок, а некоторые нет. Поэтому здесь нам важно, чем мы его заменим. Важно во время беременности кушать овощи, фрукты. Конечно, если беременность выпадает на весну, на лето, это здорово, да, очень много всего вкусного, свежего, но относительно натурального, полезного. Когда это зима, конечно, мы ограничены. У нас малое количество доступных и овощей, и фруктов, но тем не менее в рацион потихонечку, да, добавляем в зависимости от самочувствия. Желательно, чтобы питание было дробным. Нельзя допускать того, что мы делаем большие промежутки между едой. Во-первых, это может спровоцировать плохое самочувствие, головную боль, да, у женщины. Это может отразиться на здоровье малыша. Это может быть где-то провокатором гипертонуса, за который будет бороться потом, да, и с которым будет бороться акушер-гинеколог. И элементарно дробное питание позволит не переедать, быть в постоянном ощущении такой хорошей сытости. Не патологической, когда уже дышать не могу, когда живот уже около горла, да, как говорится. А вот именно, чтобы было комфортно в самочувствии. Ну и, конечно же, исключить максимально те продукты, которые могут обострить желудочно-кишечные заболевания. Я сейчас говорю о жареном, об остром, о пряном, о копченом, о сырых продуктах, я имею в виду животные. Происхождение, да, например, любовь к какому-то японскому стилю питания. То есть нужно обязательно следить, чтобы все-таки были продукты термически обработаны. А не злоупотреблять какими-то газированными напитками. Но если это пару глоточков у мужа за ужином, еще ладно. Но когда эта любовь к газированным сладким напиткам продолжается, либо начинается во время беременности, это элементарно может спровоцировать обострение гастрита, колита, да, если есть какие-то хронические заболевания, язвы в том числе. Ну и, конечно же, если это большое количество углеводов, гестационного сахарного диабета, да, который может повлечь за собой инсулинотерапию во время беременности, которой так боятся наши женщины. Поэтому нельзя, ну, собственно, своими же руками делать все так, да, чтобы это было уже патологическое течение беременности. И, безусловно, акушер-гинеколог всегда будет спрашивать вас о регулярности работы кишечника. Регулярный стул тоже очень важен во время беременности. Сама по себе перистальтика замедляется во время беременности и сама по себе природа, по сути дела, провоцирует, да, заболевания желудочно-кишечного тракта во время беременности. Поэтому употребление клетчатки, зеленых овощей, зелени, листьев салата, те, которые нам доступны, плюс к фруктам, да, там, где все-таки не любовь к бананам должна присутствовать, а это груши, яблоки, это цитрусовые, да, хурма, вот сейчас у нас сезон, фейхоа, то есть тех продуктов, которые нам доступны, да, которые мы можем купить в обычном магазине, ну и, соответственно, их употреблять в нашу пищу, конечно, очень важен. Спасибо большое. А знаете как, тогда у меня еще такой дополнительный вопрос. Да, то есть, ну, как вы правильно заметили, в наших овощах и фруктах не всегда, да, то есть
содержится то количество витаминов и микронутриентов, которые mm-hmm. необходимы беременной mm-hmm. женщине и вообще и не беременной женщине, да, то есть любому человеку. Выступаете ли вы за прием витаминов или дополнительных БАДов? Это может женщина самостоятельно купить или, опять же, это рекомендация врача-гинеколога? Ну, моя позиция по биологически активным добавкам крайне негативна, потому что в силу законодательства Российской Федерации, да, мы не можем контролировать безопасность этих продуктов. Поэтому если речь идет, например, о репродуктивном периоде, либо, например, о женщине в переходном возрасте, в менопаузе, это ситуация дискутабельна, да, мы можем, ну, собственно, что-то где-то, да, рассчитать и посмотреть. Но во время беременности любой препарат, который мы принимаем, должен быть, в первую очередь, безопасен, потому что это и мама, и ребенок. Что необходимо? Есть необходимость обязательно приема фолиевой кислоты в дозировке 400-600 микрограмм в сутки женщины не только во время беременности, а на этапе подготовки к ней, а конкретно минимум за 3 месяца до предполагаемого зачатия. Пациентка необходимо принимать йодид калия, если она по каким-то причинам, например, не употребляет соль йодированную в рационе. Поэтому также минимум за 3 месяца, если нет противопоказаний по заболеваниям щитовидной железы, йодид калия обязателен. Дотация витамина D. Но мы понимаем, что у нас мало солнышка, нет у нас того самого, наверное, натурального лосося в какой-то большой доступности, да, из естественного водоема, либо каких-то определенных продуктов, ну, которые элементарно мы можем не любить, да, они, может быть, там такие супер полезны. Поэтому вот в этой необходимости, конечно, вот эти, наверное, 3 микроэлемента, да, и нутритивной поддержки для нас вот крайне важны. Поэтому здесь еще очень важно, что элементарно приемом фолиевой кислоты мы пропагандируем и предотвращаем заболевания, такие грозные, как дефект нервной трубки плода. То есть это не просто добавка к пище, это не просто добавка перед планированием беременности, но это еще и предотвращение в будущем таких грозных, порой даже несовместимых с жизнью осложнений для будущего ребенка. Спасибо. Но это все делает только наша пациентка и наша женщина при общении с доктором. То есть никакой пропаганды мы не проводим сейчас для того, чтобы вы сами себе что-то назначали. Есть показания, есть противопоказания, а кому-то из наших пациентов и наших женщин требуется больше фолиевой кислоты, а кому-то могут быть противопоказаны какие-то другие микроэлементы. Поэтому опять-таки мы ждем вас на консультации, чтобы все это обсудить. Хорошо, спасибо большое. Тогда, знаете, следующий вопрос, да, чтобы успеть задать максимум, да, то есть и вы успели хорошо и качественно ответить. Екатерина Викторовна, женщина родила ребенка, да, кормит ребенка молоком. Соответственно, ее гормоны в процессе еще не устаканились, да, то есть большое количество женщин поправляется после родов. Как скоро женщина может предпринимать какие-то активные усилия, чтобы привести себя в форму? Да, то есть я имею в виду свое физиологическое состояние. Плюс зачастую, и это тоже нормально, многие женщины испытывают так называемую постродовую депрессию. Она также связана с гормонами. То есть помимо врача-педиатра для ребенка, да, то есть вот для самой женщины после родов, на что нужно обратить внимание? То есть понятно, что она ходит к врачу-гинекологу, понятно, что она сдает анализы, но как, что она кроме этого сама для себя может сделать, чтобы собрать себя и нормализовать свое состояние? Но вот здесь хотела бы немножко уточнить, что все-таки послеродовая депрессия не в максимальном проценте связана с какими-то гормональными нарушениями. Действительно, заболевания щитовидной железы в послеродовом периоде могут спровоцировать послеродовую депрессию, но все-таки в основном, как считают наши психотерапевты и психологи, это состояние связано с тем, что это огромное изменение в жизни женщины. Она не досыпает, не доедает, она полностью отдана этому маленькому комочку, которого она ждала 9 месяцев и планировала, да, возможно, были какие-то сложности, либо беременность наступила достаточно быстро. Поэтому сам весь этот период и все вот эти изменения в ее жизни, они как раз-таки могут быть основными провокаторами развития этого тяжелого осложнения, которое у некоторых, да, и мы не будем скрывать, требует консультации соответствующего узкого специалиста. Как помочь?
Ну, конечно, здесь основа всего – это сон. Будущая мамочка и сама молодая мама должны достаточно спать. Понятно, что сон прерывистый, с прерыванием на грудное вскармливание, либо это чуткий сон, потому что нужно посмотреть, как там малыш, подбежать к кроватке. Но если есть возможность спать днем с тем же самым малышом, не отказывайте себе в этом. Вы должны восстанавливаться, вы должны следить за своим питанием. Не я где-то между там кормлениями и между там пеленками, глажкой, да, или там укладыванием малыша что-то скушаю. Как правило, это будет быстрая, холодная пища, очень легко усваиваемая, как правило, это большое количество углеводов. Поэтому вы должны находить время для своего питания. Это может быть тот же самый супчик, который вы сварили для других членов семьи, либо у вас уже начался прикорм у малыша, и вот вы сделали этот суп. Не поленитесь его разогреть. Бог с ними, с рубашками для мужа, Бог с ними, с уборкой квартиры. Вы и здоровье ваше – это основа того, что вы опять-таки дадите своему малышу. Поэтому ваш сон, ваше питание, то же самое, те же самые прогулки с малышом. Да? Не сидите в телефоне, не сидите в наушниках, просто подышите вместе с ребенком, если есть возможность, ну, какой-то относительно зеленой, да, территории. Подышите этим кислородом, отвлекитесь, посмотрите по сторонам. Это тоже поможет вам постепенно восстанавливаться. Если это прибавка массы тела, если вы понимаете, что я несоизмеримо кушаю с тем, сколько я прибавила, то это, конечно же, уже требует посещения доктора, либо диетолога, либо эндокринолога, с тем, чтобы разобраться, а не начались ли, не возникли ли какие-то гормональные уже нарушения, которые требуют не только сна, еды и рациона, но и в том числе обследования, да, которое повлечет за собой, возможно, какие-то медикаментозные вмешательства. Поэтому здесь наблюдаем, но тем не менее не ждем, когда это 2-3 года после родов, масса тела плюс 30 килограмм, и потом мы, да, просто не узнаем себя не то что в одежде, а в зеркале. Поэтому здесь приходите, да, мы с этим тоже работаем, мы с этим тоже помогаем вам. Поэтому здесь на все можно найти управу, как говорится. Вы знаете, я с большим удовольствием вас слушаю, потому что, да, то есть я, к сожалению, в свое время после рождения ребенка была ровно пример вот этой мамочки, которая, да, то есть не ела, не пила, но при этом, да, то есть закидывала в себя все подряд, да, то есть и через какой-то период времени я просто, да, то есть вышла из берегов до такой степени, что уже, соответственно, мне было сложно прийти в форму. И я очень жалею, что я вовремя не обратилась к специалисту, который бы меня скоординировал. Вы знаете, у нас, да, там остается буквально 5 минут до окончания, я не могу не задать следующий вопрос, тогда, как знаете, завершающий фазу женщину, а в следующий раз мы доразберем с вами, да, то есть вот все то, что я, естественно, не успела задать. А женщина счастливо вышла после родов, вырастила ребенка, стала взрослой, да, то есть и подходит к возрастному периоду, когда начинается менопауза и уже сбои в ее цикле. Настроение скачет, все скачет, сна нет, вес прибавляется и так далее. Что делать в этом случае? Понятно, что смотрим-то в тарелку, понятно, что идем к врачу, потому что просто смотрение-то в тарелку, да, то есть от гормонов уже, то есть пришли к врачу. Вот что, такой набор прям действий, который, да, то есть я перечислила минимум, вы, может быть, это разовьете, да, то есть которые необходимо женщине сделать, когда у нее начались возрастные изменения в ее организме. Очень интересный вопрос, спасибо большое. В первую очередь, не надо бояться этого периода. Многие пациентки сам факт приближения менопаузы расценивают как некую катастрофу. Это неправда, потому что сейчас в меру современных технологий, в эпоху медицинского сопровождения пациентки на любом периоде ее жизни, мы на все, опять-таки, имеем свои ответы. Период менопаузы, к сожалению, да, это гормональная перестройка. Снижаются женские половые гормоны, и при этом мужские никуда не деваются. Поэтому порой мы замечаем, что у нас изменяется тело, которое так травмирует психологически, ну, собственно, наш женский ум и наш женский взгляд. У нас увеличивается окружность талии, у нас становятся более мощные плечи и плечевой пояс. Это тоже лишний раз может привести к заеданию, к стрессовой гипофагии и прибавке массы тела. Поэтому акушер-гинеколог, проведя гинекологический осмотр, проведя при необходимости гормональное обследование, биохимический анализ крови с определенным набором показателей, а также ультразвук малого таза, маммографию, цитологический скрининг, вместе с вами определит,
какой препарат может вмешаться в этот процесс. В том числе и мы можем обсуждать, и имеем право, и необходимо обсуждать назначение менопаузальной гормональной терапии. И если она правильно подобрана, то она скорректирует все те проблемы, которые, Екатерина, вы назвали, все те будущие проблемы, а именно риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, деменции, болезни Альцгеймера. То есть, по сути дела, мы опять-таки, придя на консультацию, можем опередить с вами те осложнения, которые могут возникнуть в будущем. Если же это ситуация, когда мы не имеем права назначить гормональную терапию, есть сопутствующие заболевания, у нас есть препараты, не гормональные, которые помогут снять приливы, вазомоторную симптоматику, улучшить сон, немножко стабилизировать настроение, чтобы не было перепадов, и, безусловно, бороться с прибавкой массы тела, отечностью, которую может замечать опять-таки пациентка, с проблемами волос, да, тоже очень актуальная проблема, когда пациентки приходят к менопаузальному периоду, они замечают, что кожа истончается, волос становится тоньше, реже, меньше интенсивность роста, поэтому вот это все те вопросы, которые мы с вами во время консультации и обсуждаем. И наша терапия, которую мы также с вами обсуждаем, она и направлена на все те проблемы, которые мы с вами вместе выясним. Очень важная проблема – это сухость во влагалище, генитуринальный синдром, невозможность порой жить половой жизнью во время переходного периода. С чем это связано? Это связано с теми же самыми снижениями половых стероидов, эстрогенов в основном. И, конечно же, это дальше, если это не решить, может травмировать психологическое и сексуальное здоровье в паре, а это могут быть лишние ссоры в семье с супругом либо с половым партнером. Поэтому здесь, конечно, вот эти все даже интимные вопросы мы можем с вами обсудить и должны обсудить. Екатерина Викторовна, спасибо вам большое, уважаемые наши зрители. Знаете, у нас сегодня было не так много времени, да, то есть Екатерина Викторовна практикующий врач, и у нее после нашего общения дальше прием пациентов, поэтому мы сегодня с ней встречались с Екатериной Викторовной в первый раз. Я очень надеюсь, что она станет нашим постоянным гостем, и мы сможем отвечать на ваши вопросы регулярно. Сегодня постарались ответить на первый такой, как бы, самые важные вопросы, да, то есть, но, безусловно, их осталось достаточное количество. Поэтому спасибо большое за то, что вы сегодня были с нами. Спасибо большое, Екатерина Викторовна, что вы нашли время встретиться с нами, пообщаться с нашими читателями портала «Здорового питания.рф». Я еще раз напомню, да, то есть, и будем очень рады и признательны, если вы найдете для нас время для нашей следующей встречи. С удовольствием. Спасибо большое. Спасибо большое еще раз. Всем здоровья, и женщины, внимательно относитесь к себе, любите себя и просто балуйте, да, то есть какими-то радостями, пусть они будут мелкими, смешными, но они обязательно должны быть в вашей жизни. Всего доброго. До свидания.